Хочу сказать большое спасибо за победу. Друзья, огромное спасибо. Нам очень приятно. Надеемся еще не раз примем участие в вашем замечательном фестивале. Мы благодарим членов жюри за высокую оценку нашей работы мультфильма «Древняя Ундория». А также мы благодарим всех зрителей, которые нас смотрят и поддерживают. Дорогие мои коллеги, привет вам! Я только что недавно посмотрел ваши премьерованные фильмы и увидел в них столько добра, столько любви к своим героям. Вы такие молодцы! Я смотрел ваши фильмы и наслаждался. Думаю, вот это послание, которое вы шлете во все страны мира, а техника сейчас позволяет. И я надеюсь, что ваш фестиваль уже достоин называться международным фестивалем. И мне бы очень хотелось, чтобы ваши фильмы, и они уверен на 100%, что они найдут отклик на любом континенте Земли, найдут своего зрителя и будут восприняты так же хорошо. Я с любовью смотрю на ваши картины и желаю фестивалю «Волшебный фонарь» продолжать свои волшебные действия. Добрый день! Мы приветствуем вас всех на фестивале «Волшебный фонарь». Съемочная группа по мультфильму «Белые голуби, черные вороны» благодарит жюри за высокую оценку нашей работы. Всем спасибо за за высокую оценку нашей работы! Yes! Ура! Спасибо вам огромное! Мне нереально приятно знать, что я победила в фестивале. Спасибо, что оценили нашу работу. Волшебный фонарь! Веди! Привет с Урала! Мы очень рады, что наш мультик «Тайна летающих крокодилов» победил! Всем участникам желаем вдохновения, совершенствования мастерства и отличных историй. Увидимся с вами в следующем году. Всем спасибо и пока-пока! В таком разе, хотела вам сказать, что обожаю все ваши фильмы. Все без выявки были вспаняли. Przykro mi jest, że nie mogę dzisiaj z wami tam być. Natomiast chcę wam życzyć wspaniałych wrażeń na festiwalu i pozdrowić z Polski. До зобачення наступним разом. Молодцы, фонарю гореть, мысли, чувства, ну как вам сказать, реализовываться в виде фильмов, и будем надеяться, что этот фонарь нам включится в следующем фестивале особо ярко и особенно как-то так привлекательно. Ну, в общем, вот так вот как-то. Вот спасибо всем огромное. Огромное спасибо вам за высокую оценку нашего совместного труда, большой инклюзивной команды анимационного кампуса фестиваля «Зеркало». Примите от нас огромную сердечную благодарность за то, что даже в такое непростое для всех нас время вы даете нам возможность оставаться активными и нужными даже в состоянии онлайн. И большое вам спасибо за то, что не обошли вниманием наше скромное творчество. Сказать, что кино – это то искусство, которое способно поменять мир. А для наших ребят, ребят с нарушением слуха, кино – это еще и способ познания мира, и способ самовыражения. Огромное вам спасибо еще раз. Спасибо большое за высокую оценку. Мы желаем всем любви, добра. Наш девиз – добро, спасибо, ведущий. Пока. Пока.